Огурцы особо богатые на витамины и минералы. И все эти ценные элементы ему необходимо откуда-то брать. Поэтому огурцы необходимо раз в 2 недели подкармливать. Отличный результат дает внесение настойки куриного помета, навоза или компоста. Но если этого нет, то можно внести другую очень питательную органику. Обеспечить огурчики питанием можно еще при посадке. Для этого в лунку при посадке рассады можно насыпать столовую ложку костной муки. Костная мука содержит в себе массу полезных микро- и макроэлементов. Туда же можно добавить измельченную яичную скорлупу для получения кальция. Вместо костной муки можно добавить в лунку столовую ложку гороха половинками. А еще лучше измельчить его в блендере, тогда растение быстрее получит питание. Горох имеет массу полезных для растений элементов. Азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, цинк и много других. Кстати, в лунке можно еще добавить измельченную траву. Например, крапиву, подорожник, лопух. И даже кусочек шкурки банана. Все это надо смешать в лунке с почвой. И хорошенько пролить. Высаживаем рассаду огурцов в очень увлажненную почву. Практически в грязь, чтобы саженцы лучше прижились. Если огурчики уже растут, то горох, костную муку, яичную скорлупу можно подсыпать под кустики, взрыхлить почву и полить. После этого землю под огурцами мульчируют опилками, сеном или соломой. Это обеспечит благоприятную среду для развития корневой системы и полезных микроорганизмов. Всем хороших урожаев и до новых встреч!